Всем приветики. Я хотел сделать обзор на муху, но никак не получалось найти муху. Ну вот она сама ко мне пришла. Я зашел домой и увидел, что у меня на ноге сидит муха. Причем у нее помятое крыло. Не знаю, как она так умудрилась, вон оно. И поэтому она не может летать, она просто прыгает. Но вообще в целом мухи умеют летать. Вот у них два глаза такие. Слева и справа, по бокам два крыла, шесть лап и, собственно, брюшко и тело. Через брюшко они могут откладывать личинки, из головы вылазит хоботок, и они им питаются через него. Вот, очень любят чесать голову и крылья. Вот. Такая вот муха. Она не летает, потому что как бы кто-то ее... О, любят чесать лапы. Это их любимое занятие, чесать лапы. Потом чесать голову и чесать крылья. Вот. Она часто чешет лапы. Это вот ее любимое занятие. Ну, не только ее. Все мухи так делают. А вот постоянно. Через каждый шаг. Вот теперь трет задние лапы. Крылышки протирает. Не знаю, я ее выпущу на улицу, может, со временем ее крыло выровняется, а может быть и нет. Ну, будем надеяться, что у нее все будет хорошо. И она будет жить долго и счастливо. Как-нибудь лапами своими разровняет крылышко и полетит. Вот, потому что такой она нашлась. То есть моей вины в этом нет. Я просто... заметил, что она пришла домой вместе со мной. Вот. Но в основном, если бы она умела бы летать, у меня бы не получилось сделать на нее обзор. Потому что она бы просто улетела. А так она вот может показать все прелести. Муж ей жизни, как бы. Вот. Собственно, такая вот муха. В данный момент пока что она только прыгает. Ну, в основном все везде одинаково. Все параметры просто где-то мухи побольше, где-то поменьше. Это маленькая мушка. Не знаю, так это ли ее максимальный рост, или она еще вырастет. Вот. Она, кстати, очень активная. Хотя мухи всегда активны, они просто постоянно летают, а это постоянно бегает. Ну вот. Ладно, пойду выпускать ее на волю, на улицу. Теперь вы знаете, как выглядит муха и какие у нее параметры и особенности. Вот. Ну, а мухе пора уже проветриться. Ну, а на этом все. Всем покедова.